ходе мониторинга был выявлен пользователь в сети интернет, который разместил информацию, не соответствующую действительности, касающуюся распространения на территории Вологодской области коронавирусной инфекции. В ходе проверки было установлено виновное лицо, в отношении его составлен протокол об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время материал направлен в суд для рассмотрения. В своем телеграм-канале распространила запись 29 марта в 00:22 минуты голосовое сообщение о том сложной информацией в качестве шутки о том, что 200 человек заражены вирусом и 200 человек под подозрением. Я это сделала в качестве как бы шутки и правонарушение свое осознаю и больше так не буду делать.